Прекрасная работа в Северной Африке, лейтенант. Операция «Факел» прошла успешно. Наши силы давят на Роммеля с запада. Британские войска Монтгомери перекрыли восток, и, похоже, дни корпуса «Африка» сочтены. Майор Грилло восхищен вашими действиями, и он запросил именно вас для следующей миссии. Как всегда, все, что я скажу, совершенно секретно. Как вы можете предположить, наше основное преимущество перед немецкими подводными лодками в том, что мы можем засечь их корабельным и авиационным радаром. К несчастью, мы узнали, что Криксмарин разработал новое устройство, что-то вроде детектора радаров, называется «Наксус», которое позволит их эскадрам найти слепые пятна в нашей зоне патрулирования и снова безнаказанно напасть на конвои союзников. Это даст врагу огромное преимущество и сдвинет баланс сил в Атлантике в сторону Германии. Англичане ищут способ нейтрализовать это новое устройство, но, боюсь, они не успеют предотвратить резню, которая начнется, когда Германия задействует этот детектор «Наксус». Майор Грилло вычислил базу подводных лодок «Криксмарин» в Тронхейме в Норвегии, где построили прототип «Наксуса». Ваша задача – встретиться с майором, помочь ему уничтожить прототип и украсть всю документацию, какую сможете найти. Это должно достаточно затормозить врага, чтобы британцы успели разработать нейтрализующее устройство. Конвои союзников, которые ходят через Атлантику, жизненно важны для войны, лейтенант. Я верю, что вы уничтожите прототип любой ценой, независимо от того, что случится с вами или майором Грилло. Ваш транспорт, укомплектованный норвежским сопротивлением, отправляется завтра в 0400, так что отдохните. Удачи, лейтенант. Надеюсь скоро увидеть вас и майора Грилло здесь, в Лондоне. Как вы поняли, друзья, начинается у нас новый, так сказать, этап прохождения медаль за отвагу. У нас Алета Саут, это часть. И у нас пошла миссия под названием «Секретные документы Криксмарины». Тронтхейм, Норвегия, 12 февраля 43 года. 43-го года. Похоже, что ВМС Германии и Криксмарины создали крайне чувствительный радарный детектор, чтобы позволить своим подлодкам восстановить контроль над Атлантикой. У них есть кодовое название этого прибора – Nexus. Если этот прибор будет работать, он позволит их подлодкам легко избегать наших морских патрулей с радарами. Вы будете выброшены около Тронтхейма, где, мы уверены, разрабатывается прототип. Майор Грилло с января действует под прикрытием, как местный немецкий офицер, и он будет в воротах, чтобы впустить вас на завод. Ждите его радиосигнала и будьте готовы снять с безопасной дистанции охрану и снайперские винтовки. Прикройте его, пока он будет открывать главные ворота. Вы будете нести небольшой груз взрывчатки, чтобы уничтожить Ю-529, так как майор Грилло не может достать много взрывчатых веществ, не вызывая подозрений. Когда будете внутри, оставайтесь с Грилло и следуйте к исследовательскому зданию. Сначала выкрадите все документы, относящиеся к прототипу, затем проникните в доки под подводных лодок. Командовать будет майор Грилло. Просто следуйте его указаниям, и все должно сработать как часы. Ну и погнали. Так, у нас зима. А, ну да, январь же 43-го. Все четко. Сириус, это Белый Грач. Так, у нас... Я в сторожке рядом с воротами. С глушителем пистолет. Вот эта штука. Давай пистолет. И спрячем его пока. С нами взрывчатка и рация. Проверь периметр для подкрепления. Что-то я хуету какую-то наделал. Попасть в комплекс с помощью майора. Да, вижу. Собираюсь снять стражу на воротах. Когда открою огонь, понадобится помощь снайпера.
Проверь периметр для подкрепления. Да господи, ты можешь их убить, нет? Ебаклак лютый. Пиздец. Пауэлл, продолжайте без меня. Да что это за пистолет, блядский? Пауэлл, продолжайте без меня. Фух, какая-то жуть вообще. Он сдох, а потом сказал, продолжайте без меня. Фух, спрячемся. Ладно. Продолжаем. Так, что нам надо? Выкрасть документы. Вот сука. Хера себе. Бля, собакин, извиняй. Нахуй иди. Пиздец. Так, лучше с дальней тогда дистанции будем валить их. Блять, откуда меня ёбнули? О, увидел. Так, там еще один был. Ладно, сохранимся. Так, второй собакин есть. Тут что такое? Это нам не надо, да?
сука! Пидарас. Закрыто. Так, у меня хп чуть-чуть осталось. Так, пёсель. Извините, собачки. Я, блядь, не живодер, но игра так сказала. Так, доки есть. Одни. Черт. Грязный. Еще есть. Yes, of course. Так, где-то забираем. Так, все взяли. Блять. Попасть в главное здание. Карты нет, да? Пиздец, он гремит. Разведчик этот, блядь. Так, дверь открылась. Пошел ты нахер, козел. Чё тут? Ничего полезного. Ладно, продвигаемся.
Так, хпшку оставим пока здесь, мало ли. Так, второй заход. Есть там контакт. Давай. Вот же сука. Я, блядь, сохранился еще. Падла грязная. Хранимся. Так, а что у нас тут интересного? Твою мать. Ну так, можно. Так, я вижу пулемет. Все готовы. Ну, вроде как все. Сохранимся.
Наверное, нам в эту дверь. Ну ладно. Так, поднимаемся. Тут ничего интересного, да? Нам просто надо попасть в главное здание, лады. Спускаемся. Задача выполнена. Все. На этом, друзья, у нас такая мини-маленькая часть миссии закончена. Следующее у нас будет уничтожение самой подлодки, но это будет уже в следующем видосе по данной игре. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. Увидимся в новых видосах и стримах. Всем пока! With the bills.